каждый, кто сейчас находится в Лахе, получил патронок я и Госбеки, а брат, по одному патрону привез бы, мы 2 года воевали бы без головной боли, и не надо было нам боеприпасы. Ребята, если взять, тот, кто в мирное время на кого посмотришь и скажешь, ну это кто такой там, или что он может, или что, который тихо себя вел, он сегодня сидит здесь с оружием, боюсь. А тот, который всю жизнь глотку рвал, что он самый настоящий абхазец, что если что-то случится, он глотку кому угодно порвет, что он убьет кого угодно. Он сегодня уехал, делает деньги, живет и выпивающий. Да. И после войны, когда здесь ребята погибнут, никто не останется, он приедет сюда и будет жить так же хорошо. Я в этом уверен. А сегодня вот эти ребята, которые здесь воюют, завтра у них нет будущего. Понимаешь? Места для них не будет. Они останутся инвалидами на всю жизнь, они будут отбросом. То же самое, как с афганцами получилось, что не так, что ли? Афганцы приехали, и они никому не нужны, потому что у них голова уже по-другому работает.